Щенок умирает из-за того, что его оставили в закрытом пикапе. Мальчик с мамой замечают это. Она осознает, что у собаки тепловой удар, и разбивает окно, чтобы спасти его. Они забирают щенка к себе домой, и мальчик и щенок становятся неразлучными друзьями. Мальчик играет с ним каждый день, смотрит, как он преследует свой хвост, и учит его ловить фрисби, прыгая с его спины. Однако со временем собака стареет и уходит из жизни. Годы спустя собака рождается заново. Но на этот раз его держат на цепи на улице, и с ним никто не играет. Он сбегает и встречает своего прежнего хозяина, но тот не узнает его. Когда мужчина видит, как собака гонится за своим хвостом, это напоминает ему его прежнего питомца. Затем собака находит свой старый фрисби в сарае. Мужчина подбрасывает его в воздух, и собака, прыгая с его спины, ловит его. В этот момент мужчина осознает, что это действительно его старый друг, и они снова воссоединяются.